Всем привет, меня зовут Зет, и сегодня я приветствую вас в Geometry Dash в Роблоксе, ей! В реальном Geometry Dash я собираюсь пройти демон Баск Найт на компе и пытаюсь его тренировать. Там где-то уже есть рекорды, бью где-то. Уже более 50% прошел. Решил потренироваться прямо сейчас. Вы, наверное, удивляетесь, почему у меня так много поинтов. Я вот играл... Ну и здесь я столько раз левел проходил, я просто от скуки пробовал, еще на этот нормал заскочил. А сегодня я хочу попробовать двух хардов. Хочу попробовать побить, может, этот хард, побить один из инсейнов и пойти на импосиблы. Надеюсь, вам понравится это видео, я для него старался. А давайте сначала мы пойдем, давайте разомнемся на нормале. А музыка? А музыка где? Музыку нам не подсунули. Странно, конечно. Но мы сейчас это пройдем. Сейчас мы вот так вот прыгаем спокойненько. Здесь двух шипика припрыгиваем. Здесь тоже давайте. Ну, в принципе, в ГД я нормально играю. По-реальному. Я самый крутой ГДшер в школе у нас. Я чуть не упал. Так, ну, в принципе, это было очень легко. Я побил нормал и получил 250 очков. Ну, давайте тогда, может, сделаем что-то другое. Что здесь есть у нас? У нас есть крылья, как у него. Так, ну, давайте тогда будем копить на крылья, как у него. Погнали на этот хард. О, здесь теория каждому играет. Это будет посложнее, ребята, это будет посложнее немножко. Ах, ё-моё, ну... Новый рекорд. Части не было пианино. Да, реально, здесь не было пианино. Ну, мы пока что вот до сюда дошли. Воу. Воу-воу-воу, вот это конвейер. Я, конечно, адско зафейлил. Твою-мою, как так? У меня болит. Дальше давайте тогда вот это, хард 2.5. Погнали тогда на него. Чак мешает. Во, клапстеп заиграл, вот это понимаю, сейчас клапстеп тогда пройдем. Ну я думаю, это будет легче, мы уже один хард прошли, поэтому мы должны быть напрактикованы. Но мы не прошли. А вы, кстати, напишите в комментариях, какой самый сложный для вас официальный демон. Ну, есть Клабстеп, Деа Покет и Теория of Everything 2. Больше 90%, и на Клабстепе там я еле 50% добил. А мы, ребят, уже дошли до новой части. Давайте тогда ее практиковать. Так, а что у нас есть? Мы можем купить трейл, мы можем купить вот такие трейлы, Все. Такой трейл у нас будет, шапка. Вот такая вот. И у нас, наверное... А, все. Вот, мы такой вот теперь непонятный. Не знаю, как назвать.
Тайм-машина. Я не хочу под тайм-машину. Тайм-машина мой самый нелюбимый левел. Да как так там? Я ж не задел. Монетка. Вот это было жестко сейчас. Вы это видели? Здесь я на этом месте. Мы сделали, ребята, это. Ну что ж, дальше нас ждет жара, только жара. Давайте инсейн выберем только с музыкой, по музыке. Зайкос, выбросить тебя просто. Давайте инсейн нормальную музыку. Она у меня где-то на 5 баллов. На 5 баллов из 10. Тут вообще музыка практик-мод, ё-моё! Это самая плохая музыка в ГДХе. А вот это чё? The Seven Seas! Вот под это я готов! Вот под это я готов! Вот под это я сейчас пройду! Как так? Я же не мог просто так взять. Ух, новый рекорд, ребят! Я поставил новый рекорд. Мне такое не соберу. Наверное, вот сюда сразу. Вот сюда. Прыгаем. И вот сейчас спускаемся. Есть. Ребятки. Я это делаю. Я стараюсь. Нет. Да вы издеваетесь. Все, вы из меня все выжили. Я сейчас вот возьму, вот прямо сейчас возьму и пройду это. Я настроен. Вот так можно как в реальной ГДХ играть. Держим за меня кулачки. Вау! Это как я так узнал? Что? Так быстро? Я так быстро это... Не сделал это так быстро? Чего? Я прошел инсейн. Давайте попробуем сейчас сделать impossible вот этот вот. Вау, тут фингербэнк играет. Фингербэнк. Это мега челлендж. Где мы с тобой? Как
это сделать? Тебе там 4 шипа. Нет, пойдемте лучше на Impossible. Пойдемте лучше на Impossible. Вот 3-5. А Urban Robot там песня с Meltdown. Ну, в принципе, тут музыка хорошая. Чем стерео мы. Первая попытка? Блинский. Это же конец. Минус 9%. А, как так я мог зафейлить? Да как я? Пробел не нажался. Это все пробел виноват. Я не виноват. Да как там перепрыгнуть тогда? Там же два шипа, там я их перепрыгнул, а вот даже не коснулся. Ладно, я... Да как? Ну блин. Да блин! Почему? Я как мог упасть? Воу, здесь все стало белым, неудобно мне. Мне так неудобно играть. Но я думаю, это последняя должна быть зона. Или там хотя бы еще один свет. Но это реально импосибл. Это очень импосибл. Мне кажется, это видео будет 20 минут и меньше. Вау, мы уже подальше дошли. Вау! Что? Мы сделали это! Я наконец-то! Все. Наконец-то я сделал это. Я побил Impossible. Вот за это подписка, лайк. Однозначно Impossible побит. Ребят, все, мы профессионалы. Но я думаю, на этом мы закончим. Это было очень весело и очень увлекательно, и очень плотно. Все, завтра прохожу вас канать, но не на записи. Потому что, да, музыки у меня там нет в ГДХе. Всем пока!